В Кирово-Чепецке за повторное пьяное вождение и насилие в отношении полицейского осудили капитана маломерных судов из Владивостока. Пьяный лишенник Алексей Кашкаров удирал от полиции на колене, но был задержан. С инспекторами ДПС капитан общался весьма дерзко, а одного из сотрудников ударил. Подробности в нашем следующем материале. Алексея на колене преследовали несколько патрульных машин. Капитан пытался скрыться в заснеженных кирово-чепецких дворах, но не получилось. Мужчину догнали и задержали. В машине ДПС Кашкаров стал угрожать инспекторам. Я вам отвечаю. Владивосток! Вас! Кого? Вас! Тебя именно, щенка! Да! Ты щенок! Тварь! Ты тварь! Об этом плевке осужденный пожалел уже на утро, когда протрезвел. А несколько месяцев спустя в суде он раскаялся, признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Согласны ли вы с предъявленным обвинением? Да, согласен. Виновным себя совершили указанных преступлений, вы признаете? Полностью. По обоим преступлениям. Как выяснилось, Алексей трезвый и Алексей пьяный за рулем – это абсолютно два разных человека. Пьяный Алексей – это буян и лишенник, трезвый Алексей – это отец троих детей, капитан маломерного флота из Владивостока с положительными характеристиками. В суде мужчина извинился за свой поступок перед инспектором. Хочу публично извиниться перед Алексеем. Море, оно... дикнешь, это море. Оттуда еще выпил. Плохо себя контролируешь. Вину признаю полностью. Надеюсь, что не так строг будет приговор. В итоге по совокупности преступлений Кашкарову назначили штраф 90 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.